Все, ребята, я дома. Кула проголодалась, пока я гуляла. Вот, ребята, мои сегодняшние новые карточки. А остальные оказались все повторками. Вот мой новый брелочек пиромансера. Карточка титана пиромансера мне попалась в коробочке с брелком. Второй новенький всадник Галахад. Дальше крутая тень Морок или Марак. И карта сокровищ Титана, она тоже была в брелке. Попались мне всего лишь 4 новеньких карточек. Но зато очень классные. Ну и, как я обещал, показываю большую книгу героев АТБ «Арена». Ну что, готовы? Начинаем смотреть. Вот это большая книга знаний и героев. Смотрим. Мама мне немножко будет переводить, потому что я не очень умею пока. Давайте посмотрим все, что тут написано. Так, мир арены. Вита, приветствуем тебя на землях континента. Мире, где взаимодействуют магия, ремесла, технологии, величие духа, мощность тела и острый ум. Здесь славу нужно добывать не словом, а делом. Начинай свое путешествие к победе вместе с неимоверными воинами и удивительными существами. Впереди много опасностей, известные соперники и подступные предательские силы тьмы. Вперед к титулу чемпиона Алины. Ну что тут? Что тут есть? О, вот такая картинка такая на обложке. Очень, кстати, книга такая хорошего достаточно качества. Такие классные странички глянцевые. Ну, это понятно, мы читать не будем. О, вот смотрите. О, это коллекционная карточка Арена. У меня такая есть. Это коллекционная карточка Арена, кстати, Сёгун Ода. Здесь дальше рассказывается, да, про всех героев Арены. Mm-hmm. Про их символику. Это лыцари, рыцари. Отал. Есть рыцарь какой? Отал. И... Тейвус. У меня есть, кстати, вот эти. И Атал и Тейвус есть у тебя. Дальше есть такой рыцарь Магар и Санктум. У меня тоже они есть. И тот есть? Да. Угу. И вот такой вот у меня есть. Дальше идет следующее. Это маги. Зорм. У тебя есть Зорм, да? Да. О, я бы хотела сущность. У меня нету такого. Мейлис. Есть? Да, есть такая. Мейлис у тебя есть? Конечно. Есть. Орион. Орион. Я видел такого. Это легендарный маг. Дальше следует что? Вартови. Как это переводится? Вартовый. Стражники. О, у меня есть вот такой вот. Пантерон. Да. А это Ибис. Ибис я бы хотела лучше. О, у меня есть вот такой вот. Антикворум. И Хеминг. Хеминг. Я бы хотела такого тоже. Волк. О, у меня есть Гео.
это стихии уже дальше идут, да, они имеют вот такой этот. Гео – это дух стихий. Такой сильный. Сила природы. Он видновляет часть, он обновляет часть здоровья после каждой своей атаки. Ого. Он такой. Ого, он такой прям мощный, он из камней каких-то. Ну да. Ой, я бы хотел хаоса. О, хаос. Шторм, шторм. Хаос. Дух стихий. Это водяной смерч. Нифига себе. Это шторм. У меня есть, кстати, шторм. Это небесная ловушка, шторм. Я знаю. Дальше. О, разрушитель! Да, разрушитель. Это легендарный дух стихий. Ой, я, кстати, знаю, что это легендарка уже давно. У него как, умение, он, у него двойной удар. Как у Ван Дамма. Следующее это механизмы. Кто тут? Так. О, Файрхотта и Бронистальт. О, у меня есть, кстати, 4. Бронистальт. Это механизм. У меня есть бронесталь. Его умение – это форсаж. То есть этот герой возвращает сопернику полный процент пошкоджень разрушений от каждой обычной атаки. Фаерхот. У меня, кстати, был такой, но я его где-то потерял на улице. Ага, фаерхот – это взрывная смесь. О, прикольно. Он имеет амулет чемпиона. Вот. Да? Да. Мне, кстати, есть. Ты хотела, помню, амулет чемпиона. Ой, крутой. Рокет и да. Ховер. Рокет и ховер. Ты тоже. Помните, я говорила вам? О, у меня есть Теслабара. Теслабара. Это вообще легендарный механизм Теслабара. Я знаю. Магнит. У него магнитная броня. Глянцевая книжка и отсвечивает. Дальше. Дальше это... Мириэль. Это эльф. Следующие это эльфы. Большой калибр. У меня только один, только этот. У меня вот такое вот есть. Леди Арейн. Леди Арейн. Есть, кстати, такое. Так, у нее тоже большой калибр. Стики эльфы. Это Тайлан. Ух ты, знаю. Это такой. Зеркальный воин. Вот он, Тайлан. Зеркальный воин. Теперь... О, это... Король Нолоран. Да, это легендарный эльф. Король Нолоран. Вот он выглядывает. Это мудрый, отважный и справедливый король эльфов. Крыла, у него умение есть. Крылатая смерть. Активируется легендарная форма. Вау. И теперь идут орки. Да, следующие орки. О, у меня есть такие. Они неправильно как-то выглядят. Это Брут. И Хиггс. И Хиггс. Брут, не он, у него есть умение, он бросает бумеранг, и Хиггс, у него ядовитая туча. Полка у него такая, смотрите. О, Торн, и Кронус, у меня тоже есть такие. А у меня, кстати, все орки есть. И даже легендарный орк. Кронус — это легендарный орк. У меня есть, кстати, вон. Могу даже показать все свои карточки. О, это джинны! Джинны, да. Что тут есть? Джин Зиран. У меня есть такой. Кстати. Силовой поштук. О, у меня, кстати, тоже эти джинны есть. Это Нурзул. И Разальмун. Да, Разальмун. И тут сейчас Джафар будет. Нурзул, Выснажение.
Розальмун – восковая фигура. Следующий легендарный. Кто это? Джафар. У меня есть такая тоже. Сфера силы. Отсвечивает очень книга. Дальше. Следующие кто идут? Звери. У меня тоже все звери. О, Тигрон и Даджао. Тигрон и Даджао. У меня, кстати, такие есть. О, Вуконг и легендарка Полариус. Тебе Полариус нравится, да? Да. И у меня есть такие все. Легион. И тут... Вау! Тут наклейки всех героев! Ну да. Я даже не знал, что тут есть наклейки! Ну да, есть такие интересные наклеечки. Вы знаете, вау, турмалин. У меня, кстати, попался турмалин уже давно. Легион. Турмалин. О, Роуз тут такая смешная. И вершник темлявый. Темлявый. Всадник тьмы и Роуз. У меня, кстати, есть они все. И Бумбот, легендарочка. Легендарный легион. У меня, кстати, есть. Дальше. А теперь идут валькирии. Валькирии. Что ж ты их валькириями называешь? Валькирии. Это уже новый сезон. Да, уже новый. У меня есть вот такие вот. Хильда и Тира. Помните, у меня есть такая? Хильда делает стену ветров, а Тира – атака ястреба. О, у меня есть вот такой Астрид. Помните? Вигдис и Астрид. Я бы хотела Вигдис. У меня нету такой. Вау! Фрея. Я бы хотела. Это легендарная. Легендарная валькирия. Хочу. Пламя Асгарда. Ой, я хочу такую. Следующий. Самурай. Класс! Я так люблю самураев. Так, я перелистываю. О, Ронин. Я хотела, кстати, Ронина. Ронин, самурай и Такеши. Помните нашего Такеши? Яширо. 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 И Хатори. Хатори? Хотел бы такого. Яширо и Хатори. Хотел бы я таких вот. О, у меня есть такая легендарка. Легендарный сёгун Ода. Теперь Мастер идут захошники. Защитники. О, мы вместе сказали. Бластер и Смайл. У меня есть такие прикольные зашивки. Бластер и Смайл. Но здесь написано на самом деле про каждого героя. Что он из себя представляет, откуда он пришел, как он себя ведет во время битв. Все его базовые, все их базовые параметры, умения, все рекомендуемые предметы, стратегия ведения боя. Все это здесь рассказывается за каждого героя на самом деле. Ну, достаточно интересно. Геликоптер. Геликоптер. О, Рокки, у меня есть Рокки. Рокки у меня есть. О, Атлас, легендарочка. Твой любимый Атлас. Да. Теперь вершники идут. Всадники. Всадники тьмы. Шок нету. Галахад. Галахад? И Ульрих. Ульрих. Всем интересно, что это за свинка. Да. А знаете, как эту свинку зовут? Я придумала, как. Знаете как? Это не свинка, это гигантский бронзованный вепрь с клыками. Ему даже имя придумал. И копытами, которые тверже, чем сталь. Давайте я вам его скажу. Зовут Хрюндик. Всадник Ульрих с вепрем Хрюндиком. Деймос. Деймос и Селиста. Мне есть Селиста. О, помните, у меня есть Вальдор, помните, у меня есть. А теперь идут тени. Я думаю, титаны. О,
у меня есть такой. Морок. И такой. Морок. Морок и Зиос. Помните, мне попался Зиос, помните? Конечно, помню. Крайт и Фантом. Я бы хотел вот такие. Я бы хотел вот такие. Вот. Очень. Легендарка тени какая. А, у меня есть такая, помню. Проксима. Это легендарная тень. У меня есть такая. Вечные теперь идут. Ну, я знаю, у меня есть вот такой вот. Аркор и Нова. Я хотел бы так новую, хочу, так хотел ее так долго уже. Это не вредно. Ой. О. Азария. И Ловец снов, помните его? Нашего друга. Титаны наконец идут. Некар. Некар. О, наконец-то титаны идут! Ура! Титаны. Немезис. А, у меня помню Немезиса. Титан Немезис и Киллбот. А, я их помню, Это с первого сезона Титаны. Подождите, давайте, можно я скажу? Марикон и Мастер Крокс. Крокс. Я бы хотел таких этих титанов. Очень нужны они мне. О, у меня есть такие, помните их? Драгон Прайм и Зори Крыл. Угу. О, у меня есть. А, нету. Так, дальше идут Маунгор и Гиру. Гира Мансер. У меня есть такой вот брелок. Вот, видите они? Разрисованные твои пальчики. Какой непонятный такой гиромансер. Брелочек с огоньком на голове. У меня, кстати, есть даже такая карточка. Это какой-то проект X. Проект X — это проект создания механичных созданий. О, смотрите. Это АТБ Марк 2. Проект АТБ. X. О, смешно. Это такой проект X. Это досконалий воїн і непереможний винищувач чудовиськ. Надія в боротьбі з Бальтазаром. Это самый доскональный воїн. Он непобедимый истребитель чудовищ. И надежда в борьбе с Бальтазаром. Что тут у него есть интересного? Вот такие здесь рекомендованные предметы. Стратегия боя, его умения и его базовые параметры. Ну, какая интересная книга. Абсолютно согласен. Так, она еще не закончилась. Хотел боссов. Это вообще самые большие хулиганы третьего сезона. Или вообще сезона АТБ арены. Бальтазар! Вау! А знаете, у меня есть его сокровища. Помните? Даркмастер. И Даркмастера у меня есть сокровища, помните? И артефакты тут показаны. Вот этот и этот у меня есть. Это обмундирование. Так, подсвечивает. Прям отсвечивает, Ой, привет, Риксик. Амулеты. Кто это мурчит тут? Маленький такой. А то что, новые артефакты есть? Наверное, рукавица сил. А рукавица сил у меня есть. Трикси. Кузня. Наковальня. Что это? Уровни качества предметов. И что? Все. Суперская книга, что я могу сказать. Ребята, в общем, очень интересная книга. Ее очень интересно разглядывать и рассматривать.
Ну да, даже мне понравилось. Ну, на самом деле, интересная книжка, интересные герои. Но ее нужно полистать, хорошенько посидеть, порассматривать. Мы так ее быстро навскидку вам показали, что вообще она из себя представляет. И достаточно довольно интересно. Даже спорить не буду. Такие новости на сегодня. Я очень устал. Показал все, что у меня появилось нового. Пойду отдыхать и всем пока-пока.